Всем огромный привет, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня с вами посмотрим новинки из магазина «Светофор», который находится по адресу город Краснодар, проезд Мирный 14/2. Это район западного обхода. Кстати, мне кажется, что этот магазин один из самых больших светофоров во всем Краснодаре. Здесь всегда достаточно много товара, огромная площадь и, кстати, магазин довольно чистый и опрятный. А еще возле магазина находится огромная парковка. На всех товарах всегда практически есть цены, и все товары аккуратно сложены. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте свои комментарии. Ну а я вам желаю отличного настроения и приятного просмотра. Для уборки продается универсальная тряпка в наборе 2 штуки. Она очень, кстати, мягкая, размер 50 на 60 сантиметров, стоит 100 рублей. Светодиодный прожектор, мощность 30 Вт, это производитель Китай. Такие, кстати, мы покупали для освещения двора, очень яркие. Цена 231 рубль. Настенный светодиодный светильник, это тоже производитель Китая. У него есть встроенный датчик движения и работает светильник от солнечных батареек. Мощность 50 Вт. Цена 360 рублей. В магазине хороший выбор разных органайзеров, как для пищевых, так и не для пищевых продуктов. Давайте пройдемся, я вам покажу ассортимент. В отделе с бытовой химии продаются специальные капсулы для стирки белья. Стоят они 567 рублей, в упаковке 32 штуки. Для мытья посуды в магазин завезли бутыли объемом 3 литра. Стоят они 161 рубль, аромат лимон. Белизна в таблетках, в упаковке 30 таблеток. Одна таблетка разводится на объем воды 10 литров. Цена такой упаковки 83 рубля. В магазине уже есть готовый раствор белизны гель в такой упаковке 1 литр, цена 41 рубль. Для посудомоечных машин в магазине можно приобрести специальную соль в такой упаковке 2 килограмма. Такая соль смягчает воду и предотвращает появление накипи. Цена 87 рублей. Средство для кухни антижир с активной пеной, которая удаляет жировой налет, и также эта пена дезинфицирует различные поверхности. В такой упаковке 750 грамм. Цена 84 рубля. Для уборки и дезинфекции помещений продается средство Санфор с ароматом лимона, стоит 57 рублей. В магазине хороший выбор жидкого мыла. Цены начинаются от 60 рублей до 84. Эти упаковки идут все в основном объемом 1 литр. И практически у всех есть дозатор. Это, кстати, очень удобно. В этом же отделе в магазине появилась классная новинка. Это бумажные салфетки очень ярких новогодних уже расцветок. В октябре уже завезли салфетки для Нового года. Салфетки трехслойные, размер 33 на 33 сантиметра, в упаковке 20 штук, цена 37 рублей.
Универсальный эко-гель для стирки. Упаковки 3 литра, стоит он 200 рублей. И есть упаковка большего объема 5 литров. Также подходит для детского и взрослого белья. И цена 341 рубль. Концентрированный стиральный порошок ProFlyn. В такой упаковке 800 грамм, стоит он 175 рублей. Кстати, очень приятно пахнет. Кондиционер для белья в упаковке 5 литров, цена 198 рублей. И в этот магазин тоже завезли гель для стирки белья, который называется Зина. Такой же гель я видела на улице Новороссийской. Цена 262 рубля за 5 литров. В отделе напитков тоже появились новинки. Растворимый кофе «Кафе Пеле» в такой банке 200 грамм, стоит он 269 рублей. Следующая новинка – это кофейный напиток «Капучино». Такой упаковки 500 грамм, цена 160 рублей. Появился в магазине растворимый черный чай с лимоном и сахаром. Такой упаковки 20 пакетиков, стоит он 130 рублей. Следующая новинка в магазине – это шашлычный соус томатный в баночке 500 грамм, цена 59 рублей. Свежая новинка в магазинах Светофора, недавно ее показывала, это слива в легком сладком сиропе. Производит Краснодарский край, в баночке 750 грамм. Цена 96 рублей. Следующая новиночка – это закуска из печеных овощей. Производит город Астрахань, в банке 520 грамм. Состав у вас на экране, можете поставить на паузу. Цена 59 рублей. Появилась в магазине мягкая карамель в такой баночке 600 грамм. Можно использовать для любых кондитерских изделий. Цена 111 рублей. Из недавних новинок в магазине есть все виды сгущенки с разными ароматами. И банан, и со сливками, и клубника. Стоит такая баночка 80 рублей. В магазин завезли замороженные мидии. Кстати, классная новинка. В других светофорах я не видела. Цена за килограмм 278 рублей. Еще есть замороженная облепиха. Цена за килограмм 238 рублей. Куриное филе в панировке стоит 253 рубля. Еще в магазине увидела тушку утки. Цена 200 рублей. И давайте зайдем в холодильник, посмотрим, что там есть новенького. Пирожные с заварным кремом стоят 186 рублей. Молочный коктейль с ароматом клубники, цена 90 рублей. И в магазине появился копченый сыр косичка. Цена за килограмм 396 рублей. Для бутерброда в магазине продается продукт, плавленный с сыром. Он уже нарезанный, стоит 37 рублей. За 200 рублей появился колбасный копченый сыр. И есть копченый колбасный сыр, цена 190 рублей за килограмм, жирность 15%. В магазине неплохой выбор плавленных сыров. Есть такие марки, как Виола, Президент и Экомилк. Из свинины продается варено-копченое изделие категории А. Это российское производство. Цена 327 рублей за килограмм. Следующая новинка в магазине. Появился закусочный соленый шпик. Стоит 54 рубля. В такой упаковке 300 грамм. За 162 рубля в магазине появились полукопченые колбаски шашлычные. Это мясосодержащий продукт категории Б. В магазин завезли ливерную колбасу. Цена 43 рубля. В такой упаковке 500 грамм. Знаю, что многие покупают для животных такую колбасу. За 317 рублей в магазине можно приобрести голень индейки. Это уже готово варено-копченое изделие с разными специями. Такая упаковка весит примерно килограмм. Из заморозки в магазине есть куриная четвертина. Цена за килограмм 128 рублей. Куриная голень стоит 148 рублей. Напротив холодильника в магазине есть фрукты, это гранаты, цена за килограмм 96 рублей. В магазине появились осенние новинки для женщин, это теплые колготки Scarlett черного цвета, 100 ден, стоят они 100 рублей, кстати, на ощупь довольно-таки хорошего качества, не знаю, как они тянутся, хорошо или нет, и есть капроновые колготки, называются Идеал, стоят они 70 рублей. В отделе текстиля большой выбор пледов. 273 рубля стоит плед из материалов лис. И цена 355 рублей – это плед из материала Wellsoft. Пледы размером 150 на 200 сантиметров. Производит их город Краснодар. Пледы хорошо стираются. Единственное, что у флисовых пледов со временем образуются катышки.
Из стопроцентного хлопка в магазине есть хорошие покрывала. Это вафельные покрывала размером 150 на 200 сантиметров. Цена 932 рубля. Для декора дома в магазине можно приобрести тюль. Тюль есть как цветной, так и однотонный. Есть, кстати, размеры 150 на 260 сантиметров и размер 260 на 280 сантиметров. Состав 100% полиэстер, производит Московская область. Качество тюля мне в принципе понравилось, края обработаны хорошо, нигде торчащих ниток не нашла. Цены у вас на экране, можете поставить на паузу. Из одежды в магазине продается сарафан на тонких бретелях, по бокам есть два небольших кармана. Это 100% хлопок, цена 345 рублей. Есть еще женская туника, тоже из 100% хлопка, цена 314 рублей. Сарафан с кокосами, очень симпатичная расцветка, тоже 100% хлопок, цена такая же, 345 рублей. Утепленные женские галоши разных расцветок, они очень легкие, это российское производство. Размеры начинаются с 37-го. Верх изготовлен из материала эва, это непромокаемый верх, и внутри подкладка из искусственного меха. Цена 300 рублей. По такой же цене есть еще модель без задника. И давайте прогуляемся по отделу с посудой. Здесь можно приобрести салатник из прозрачного стекла. Объем 2 литра, цена 114 рублей. Салатники большого объема из опалового стекла стоят 225 рублей. Из фарфора очень симпатичные пиалы с разными рисунками. Цена у них 98 рублей. И этого же производителя десертные тарелки по цене 83 рубля. И есть суповые тарелки тоже с разными рисунками. Цена 120 рублей. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Если видео вам понравилось и было полезным, поставьте пальчик вверх. Оставляйте свои комментарии о тех товарах, которые приобретали в этом магазине. Ну а я вам желаю отличного настроения. Всем до скорых встреч. Пока-пока.